будем мутить печенек, чтобы они не вякали. Да. Чтобы они базарили. Мусик всегда базарит, кроме меня. Все, я начинаю валять. Все, кто в ДС зайдет. 20 онлайн, я им написал. Джеки Чан, начнем с тебя. Джеки Чан, не увольняй никого, да я еще раз напишу. Давай, пиши ему, что у них 3 минуты. Джеки Чан, оставь. Так, что написал? Кто ничего там остался? Я тут уже. Вы в машины сели, все? Что мы сейчас будем делать, скажите мне. Вы где все? Вы уже выехали куда-то? Едем в сторону СФ. Окей, вы едете в сторону СФ, я тоже скоро подъеду. С балластами я не могу сейчас уже скорректировать, потому что у меня вылетела игра. Как-то... Куда все уехали, алло, вы шуманите, куда все уехали? Едьте к Крэму. Я повез всех, бля, в сторону СФ. Калберто. Крэм, едьте к Крэму. Дмитрий, ты как командовал, а? Куда вы поехали? Объясните, почему вы... Крэм, бля. Крэм, бля. В сторону РМ? В сторону РМ вы поехали? Да-да-да, мы там согласуем все. Едем в РМ тогда. Какой? Где вы тут? Видите? Пацаны, блядь, я не понимаю этот сервер. Написал быстро все в особняк за стол, кого не будет, потеря масти. У вас 3 минуты. Какой так, английский символ? Опа. Угу. Пардон, я отошел на пару секунд. Ой, Клим, сядь. Все, поехали. Че, едем? Короче, я к РМ еду. Почему вы сюда едете, зашли мне? Народ, народ, общий сбор мы делаем этот, у амунации Форд Карсона. Кому у РМ уже стоит? Да, все. Крым, у нас и там и с балласами. Я закончил со своим последним словом на суде. Сейчас будут перевозить, скорее всего, куда-либо. Блять. Не знаю, куда. Куда я вам здесь не могу сказать. Давайте попробуем. Мы в Форт Карсон едем. У вас же вроде человек наблюдает за зданием ФБР. Пускай наблюдает и видит, куда меня везут. Я не могу вам здесь говорить, что будет. Я везде. Тебе сейчас скажу, куда тебя везут. Я... Если тебя посадить хотят, то тебя завезут в СФБД. Все, пацаны, давайте. А слушай, что, пока Боря ничего не делает тут. Паша, у меня самолёты будут следить с тобой, всё. Потому что долго собираетесь. Где вы, ЛКН? Где все? Я вас не... ВСФ будем. Где ВСФ будем? Куда на сам? У кого есть бронежилет? Бронежилет у кого есть? Куда именно вы поехали? Объясните. Форт Карсон поехали, а не дурак. Подожди, я сейчас бегаю. Не-не-не, давайте не в Форт Карсон. Всё, едем этот... Раздали оружие, едем в ФБР. Никто не раздавал оружие. Маска на теракте обязательно. Быстро оружие доставайте где-нибудь. Или Форт Карсон закупайте быстро и едем. У меня мут еще. Все, едем. Подожди меня, я иду. Все, я лечу, я лечу искать пасту, я буду давать вам инфу с воздуха. Закупите по оружию, там, патроны, потом все будет возвращено. Вы в Форт Карсон едете? Да уже в СФ, вы, блядь, определитесь, вы что тут неопределённый, один орёт, блядь, в СФ. Если у тебя есть оружие, то вы едете в СФ, потом уже надо перекрывать их и перестрелку начинать, если они уже начнут уезжать. Ну что ты, где ты будешь перестрелку начинать? У нас троих оружия и все, с кем ты? 15 ФБРовцами будешь перестрелку? Потом остальные подъедут, нам главное удержать их пока что на время. Да. Держите. Короче, пока остальные не подъедут. Суд якобы пошел рассматривать дело. Мы ждем в зале. Вы еще в ФБР, да? Вы еще в ФБР, Паш. Бля, я только не понял точно. Один следите, короче, друзья, будем работать. Все, на здании ФБР летаю. Жду вас и Пашу, в общем. У всех маски есть, все нормально? Маска нужна еще. Да, маска обязательно. Или ты хочешь, чтобы Болтман тебя заварнил? Неожиданно. Маску и обязательно желательно фраптить, чтобы потом не было никаких предъяв. Блять, у меня маски походу нету. У меня нету маски.
Зовите мне 24 на 7. Надо ты. Романов, погнали на в амуницию, Романов, Владислав. В амуницию. Еду, чё. Там же есть амунация, в смысле, подожди, там возле этого ФБР, там амунация. Там иди, кто вы в Форт Карсоне, но типа если вы можете да. не успеть. Нам надо как-то да мы уже в возле Форт Карсоне. Мы должны их покатить, если что. Филатов, один маску. У меня нету маски. Саня Габора, он дебил, я сначала писал в чат, а уже про Увал я писал в баки. В чат. Да он что ли? Все, я летаю над, над ФБР, пацаны. Да, следи, короче, чтобы все было нормально и этот. Кто знает, где это ФБР находится? Я знаю. За руль садься. Сели за руль. Романов, дай мне маску быстро. Я сейчас закуплюсь, дай, дай мне маску. Скажи мне, Ян, нахуй давай маску человека? Нахуя ты вот его оскорбляешь? Кого? Саню. Когда? Я... Где ты видишь, чтобы я его оскорблял? Ты рофли, что ли? Я его вообще не трогаю. Боря, Боря, у тебя есть маска или броня? Подвинься, блядь, Алексей, класс. У меня, блядь, одна маска. Все, спасибо. Зачем вы так мало взяли масок? Да, ну вот они опять, понял? Короче, включил видео с камеры агента, видео включено, просматривает видео. И сейчас я там якобы реально буду переносить оружие, но у них нету этих видео, он не фрапсил того, как мы переносили ган, его не было. Дай маску, хотя, может быть, он сидел в другой комнате, и понял, и понял из-за инты, из-за двери как-то снимал, но это уже на мой оружие понять. Побольше, Андрей, возьми к мосту, лейте оружие побольше. У тебя армора-то нету, Боря? Есть на всякий случай? Все, еду, или у тебя только две маски было? Я хз, где Феодор, у тебя есть броня? За буллетом. Где баллас? Направо, ну там же не, там же на тебя четыре гонять, если справа нельзя. Сейчас у ПГ кинули, да? Сочувствую. Кто в ЧС у ПГ? Мы не проедем. Феодор. А, не проедем. Ой-ой-ой-ой. Хахантлики не заехали. Феодор только сейчас понял, что его уволили. Короче, работайте, а я поеду за броником, съезжу тогда. Оденьте маску, в какой машине маски нет, маски в какой-то машине нет. Последний. Да, даю инфу. Во второй машине маски нет. Чё инфа, давай, тихо. Инфа. Трое человек сидят на крышах, около ФБР, вокруг ФБР, то есть сидят на крышах. И двое КПП без масок. Кажется, летаю, покрутились, мы смотрим. Блять, возьмите побольше оружия, у кого оружие есть, нахуй? Тут ни у кого оружия, сука, нету. Вы как собираете людей, блядь? У меня есть. Не флуди! Сейчас мут дадут. Все нормально, я, пацаны, я засматриваю. Я вытащил по поводу, заехать, по поводу отыгрывок, короче, постоянно отыгрываете, потому что вы там кружки, хрюшки. Да, забиндите на всякий случай там. А шо, что полезли? Кого вы собрали? Кого смог, того и собрал, кто пришел, я потом приеду, всех уволю. Всего сколько человек? У нас получается раз, две машины не будет. Куда вообще было, когда он свалил, я его не вижу. Вот, две на мост едет, на мост вверх едет, все. У нас еще сейчас балласы поедут, они тоже собирают состав. Ой-ой-ой. Если они успеют, если Вендетта успеет. Берите оружие, нахуй. Че вы делаете, блядь, ни у кого ганов нету, нахуй. Слышишь, гивэвэ, да, просто раздай. Пойдем с плавим, пойдем с плавим. Да, блядь, у меня 120, ты понимаешь? Паш, дай тебе сдай сюда. Они приняли решение. Суд принял решение уже. Мало времени, блядь. Все, я оттуда летаю. Боря, дай мне масочку одну, пожалуйста. Нет, Боря, 5-3-3. Блядь, хуя, у меня одна маска. А сейчас нахуй съебется, блядь. Так, давайте выстроим машины или не надо? Убрал телефон. Андрей, раздай оружие. Андрей, так у меня нет оружия, пойдем закупим. Вы глупые? Вы, я рофлю, нахуй. Вы, блядь, поехали спасать соловья, нахуй, и не взяли оружие, вы глупые? Я сейчас покажу, пацаны, где пацаны, оружие пацаны. Можно закупить, поехали. Кто-нибудь, кто с эмочкой, кто с эмочкой, кто с эмочкой? Я с эмочкой, но я на самолете летаю. У меня эмка дробашит. Дилата, садись. Ян. Пацаны, еще куда одна инфа. А мы куда едем? Да куда ты везешь их, блядь? Еще так, одна теперь инфа. По инфе. Тихо. Куда что за мной стали? Я не знаю, куда тихо. Ехать. Что вы стали за новые дураки? Тихо. Еще одна инфа. Подъехали военные. Тихо, тихо, Боря. Хан. Подъехали военные. Да, слушайте, вы уже заманали.
Подъехало три военных машины, плюс еще одна полицейская машина. Бля, где Баласы, бля? Баласы в Форте Карстоне, мы договорились созвониться через 10 минут, чтобы согласовать дальше, что будет. Один выпал, бля, Андрей, выпал через, блядь. Ой, так пусть идет, сука. Расходность тоже заебать. Почему? Почему вы толкаем без масок? Слетели маски, что ли, у вас? Получится. Кому оружие? А ради вас тупо есть. Тут тупо где? Мне бы масочку еще купить. Нет. 24 на 7, быстро едете. Тут недалеко есть. Есть. Есть кому-то что надо, все дано. Так, она же на мини-карте. Тут не знаю, мне хотят там пикать. У Элкейновцы дебилы, у них тупо не уводил нету масок. Как мини. О, пацаны, спинди дерби, я поехал. Давайте, пацаны, финку набьем тупо сзади, нахуй. Будет в 24 на 7. Шохан, как этот, как дела? ОЛКН застопило. Тауны. Емались ментов, пацаны. Мне уже заканчивают выношение приговора. Вы слишком долго дрочили. Ничего не поможет. Да мы успеем, все нормально, не беспокойся. Мы успеваем, Паш, мы успеваем. Успеваем, все нормально. Вряд ли успеет, мы успеем, балл вряд ли. Пацаны, русский язык присвоить обвиняемому Савелию Калашникову 7 лет приговаривания к тюремному сроку, блядь. Меня 7 лет будет. Закупайте маски, там все, что надо. Просто влетаем и все. Где ФБР находится? Быстро летим. Я Хан, покажу, как блядь. Это дела обстоят? Или кто там это следит? Я слежу, они их пока что Пашу не вывели. Так же забули, забули. Андрей, скажи своим, чтобы они маски поодевали. Ты видишь, как они везде без масок? Теодор вернул, кстати, Сальвадора. Поздравляю тебя. Я повезу. Что так лагает, блядь? Ты так много не забули. Реально, ребят, БР, что ли? Зачем? Их тут дофига слышно. Маска, наденьте, бля. Все дофига, Клим, за прокси. Я не могу, ребята, вы думаете головой, если вы подлетите к главному входу, меня отсюда не выйдет. А внутрь вы зайти не можете. Не подъезжайте, ждем, когда они начнут выезжать, они, скорее всего, будут ехать к СБР. Полиции, так что мы это отрабатываем. Здорово, что делаете? Уехал. ЛКН за черным буллетом, ЛКН за черным буллетом. Да где этот буллет пропал? Куда ты гонишь? Поставь лимит. Подожди, нет, только одна. Я меня освобождаю. Тюряги меня освобождают. Погоди. Паш. Бойкотируем вынесение. Не, не бойкотируем, мы ждем этот, они в СФ поедут, это мы знаем. Ну, у того 24 на 7. Мы рядом с СФПД, они точно в СФПД его повезут? Да, они только в СФПД его посадят и все. Да. Идите тут, когда ситуация снаружи станет нормальной, сопроводим обвиняемого. Ну ясно, фулл РП, когда ситуация станет нормальной, долбоёб. И сопроводим правительство. Что за дау? Что за дау? Это фрап сделай, скрин, ты что? Это я фрап. Окей, все. Так. Здесь, в общем, две военных машины, два патриота, имею в виду. И грузовик СВАТа. Он, короче, будет в грузовике СВАТ сидеть. Да, да, да. А куда ехать? Пока что не знаю. Я вниз вообще летаю на такие. Ничего не делай пока. Нет, ну просто... Откуда они знают, что меня якобы собираются снаружи люди сопровождать, освобождать? Просто люди тусуются. Я просто 3 часа летаю над вашей... над зданием ФБР. А, ты в этом, в СФ... Без нифига людей на крышах сидят, пацаны, без нифига людей на крышах. Ждем, короче, у СФПД. Нормально. Ждите около СФПД именно, там где-нибудь станете под мостом. Так, чтобы проезд они не... Трон. Куда мы сейчас едем? Нам надо кончить. Клим, сделай скрин, где ты летаешь с таймом. Тайм. F8.
Прям над зданием летаю. А, так понятно. Прямо над зданием. Хотя с другой стороны это такое. Ну, в самолете летаю, я как бы понятно, что как бы, ну, в воздухе самолет тяжело увидеть. Ну да, так-то. Ну, как бы я еще низко летаю, потому что, как вы понимаете, сами игроки просто пропадают, если подняться выше. Селани, пусть тоже маску оденет. Я в маске, да, что? Скажите что ему. Нет, ты не в маске, Селани. Нет, я в маску летаю. Ладно, это ты молодец, ну типа Селани. Так что я сейчас взорвусь, Феникс, скажу. Найсер, пешите, пацаны. Здесь, кстати, еще этот прилетел. Полицейский вертолет прилетел. Куда приезжать, кого мочить? Полицейский вертолет прилетел, 4 человека, походу, у него сидят. Так, мне надо позвонить этому. Да, да, еще прилетел полицейский вертолет, из него вышло 3 рыла. Самое обидное, это что по этим терактам мы все сидеть будем. Ты в ФБР в СФР? Сейчас. Да, ФБР в СФР. А там летаю. Что у нас балсинг там, с балсинг? Слушайте, а маска это же 24 на 7 брать? Да. А мне лучше приехать на машине или на вертолете? Ну уж на вертолете потом, потом улететь можем. Все. Я на бочке. Что с балсами, с балсами? Мы его выкидываем. А, его уже все. Что с балсами, скажите? 20 секунд, подождите. Балсы доложили, что они выезжают потихоньку. Сейчас думаю, я думаю, это типа... Думаю, да, они, скорее всего, сейчас отвернутся и поедут. На груз, скажу. Да ну нафиг этого Славья спасать, поехали на груз. Там же эти собака-деты, ой, вендеты. Нет, скорее всего, они печенье возьмут, а да, типа они себе точно так же, они только точно так же сейчас в спецоперациях сидят, передают информацию. Вот меня вяжут, наверное, будут выводить. Я тоже буду тут информацию передавать. Вообще красавцы, они, да, слышишь? Да, ну, типа, у нас есть там отыгровка гэш. Хотя бы, что мы там узнали. Блэкбери подбегает к этому самому к ФБРовцу, дает ему чипсы. Вот он ничего не просил у нее, она просто выбегает, дает чипсы. Значит, надо МГШ. Мало ли у него голод, он такой видит, что у него животик бурчит, подлетает, короче. Отыгрывая звуки бурления живота. Что делаем-то, блин? Пока что Славя не выводит. Доуса вели бурчит этот. Надо было Андрея взять. Кого есть лишний пистолет? Они вечно это не будут его держать там. Да не уверен, походу будет вечно сдержать. Пока там от голода не сдохнет. Меня на крышу телепортировали из здания, бля. Они на крышу меня телепортировали. Да вижу, вот. За скрин это. Да я запал. Они вертолетом хотят, да? Походу тут два вертолета на крыше стоят. Да, да, да. Куда будут вести, ждем у СФПД просто, да и все, в СФПД полетят. Что делаем? А мы примем их на этом, на вертолетной площадке. Как вам так? Смотри, куда полетят, кто на вертах, летите. Я сейчас прилечу, я сейчас буду следить. А, в ФБР, да? Вот тут ваше печенье закупает. Емагись, рыл на крыше, 5-6 человек тут рыл. 7 может даже. Ух, придется очень много закупить. Да, посадили на вертолет. Какой? Посадили вертолет? Черный вертолет. Темно-синий. Черный вертолет, да, черный вертолет. Ты видишь Савелия? Да, у него черный вертолет. Меня кикнуло по подозрению в читерстве. Ты это фрапсил, да? Красавчик. Я заскринил и зафрапсил. Сейчас тебя админ тэпнет. О, я вижу Накамура Сакура, это вроде лидеры с ним, да, или кто? У них снайпер на крыше, Я вам говорил, у них 2-3 снайпера на крыше. У них 2-3 снайпера сидят на крыше. Сейчас я вам скажу, короче. Кто на вертолете летает? Это я. А, все, да. Охренеть лидеров. Давай убьем снайпера на крыше, которая под тобой сейчас. Да не нафиг надо. Это как бы не РПшно получается. Давайте уже. Смотрит на нас. В тачку.
Мы прям перед зданием сливаем без пистолетов глушителей. Лента. Это нормально, что мы тут летаем? Я тут час летаю. Всем давай выше поднимемся, а то они что-то палят, наверное, у нас. Да, так плохо будет видно, игроки пропадут. Паша! Тит, Юха, ждёт тебе, ты гоп не говорить. Двигатель-то заглушён. Паша, после того, как тебя посадят, точнее, когда мы тебя возьмем, ты должен переодеться. Чтобы Паша, никаких нет. Чипов, жучков не было. Воду брать, чтобы жучки нахуй это. А вдруг у них водонепроницающие? Ну это да, через магнитное поле так пройти. Магнитку сооруди, магнитов купим. А лучше через магнитку, то точно не будет прослушки. Да нет, если на остров приедут они, то мы их примем на изи. На острове мы где там нет острова, где пальцы знаем. На каком острове? Контрабандисты. За это, как это называется? За заброшенным заброшенным. А то на Брайнбурге его нету почему-то. Это, я там нет, не нашел. Нет, это специально для Аризоны сделано. Ожидаем. Волнение. Если маски заблокированы, либо дайте своим, помогите, либо этот. Значит, по сути, тайм. Я пойду маску переодену быстренько. Чтоб вы понимали, у них в ФБР Альфонсо Ист. Это челик, который лидера 4 отстоял в ЛКН. Так что запомните, его мы точно не берем. Никогда. Всех сливаем, просто всех, кого увидим, сливаем, ФБРовцев, кроме соловья. Наш, не наш. Ну, может, знаете, как еще сделать? У меня есть идея. Если соловья посадили, то мы делаем теракт. Условия освободить соловья. Нормально. Да, пищаем культом. Проще. Что вам проще взорвать вертолет вместе со мной? Нет, это тогда будет неправильно. Это... Да, но это тебе потом сниматься придется, дабы фул РП замутить. Да, это типа же... Ну, если они... Нам надо знать, куда его перевозят, если что, этот... О, мы один раз короче сделали, я взял бомбу, сел вертик, залетел в ФБР и вышел, ну, типа, с вертика, и бомба взорвалась. Надо нам тоже так, надо этот позвонить, доложить, типа... Вам админ попросил, он выдал мешочек, ну, самые взрывающие мешочки. Нажимаешь на кнопку, они взрываются. Типа, блядь, в стране не может быть вооруженного восстания, вот нахуй вам 90 сейчас устроим, блядь. Мы отыгрываем современный век. Да и бог, я говорю, что 90-е устроим, меньше не говорю, что мы 90-е. У тебя печенье еще тупее, чем у нас, я тебе говорю. Ми, не понял вместе. Чё, ми, украинцы. А, Андрей сам украинцы. Они меня цели, пацаны, они похож, что по ней будут стрелять такими темпами. Что такое? Паш, что там дела у тебя? Ты зашел на сервер? Что-то там кто-то уже малюет. Паша, челик на крыше в меня целится. Ну, кстати, тоже у меня целится. Если он стрельнет, я выйду, так его зафащу, что он тупо глаза не успеет махнуть. Мы типа находимся на зоне действия, как бы их лиц. Как бы летаем в воздухе, нас не видно, просто говоря. Ну да, это только если... Что я сделал себе, значит? Еще ты один? Делал? Не вижу. Я на крыше сел. Есть крыша, это нон-рпэшно. Да. Ты же реально жизни посадишь вертолет на крышу? Конечно. А что ты Теодору сказал? Чё? Ты поговорил с Теодором? А я ему сказал, извини. О, я по одному кому. Я понимаю ваше, типа, состояние, типа, я тоже немного не прав, и все. А, то есть он решил тебя всякий раз банить, да? Я не банил, он уволил. Он просто уволил. А вертолет твой лишний получается, или как? Ну да. Год мне на дудок. Паша, вертолет тебе будут перевозить, да? Да, мы вырываемся с ФПД даже не внутрь здания, а сверху. Следи за мной. Осторожно, не садись низко. Сейчас я скажу, сколько снайперов. Так, там... 1, 2, 3, 4. О, они стреляют по мне. А чё они стреляют? Ты на крышу сел или как? Да. Сейчас буду. Не садись на крышу, ты норпешно. Дурак. Какой норпешно, нормально все. А я вижу. Все, еще две машины есть. Улетай. Как бы ты в жопу меня положили? Пусть они откроют вход в ФБР, да, тупо заштурмуем. Я тебя забирать не буду, не дадут жалко. Всё, смотрите, гэнг едет чисто. Где Паша, Паш? Паш, докладывай, как дела у тебя? Балласы пригоняют. А нет, это просто машина. Да ни хрена не вижу, чисто балласы ворвались.
Тут какое-то печенье тупое село, и оно не знает даже куда ехать. Паш, уже в ПД что ли, СФ? Тебя забрать или как, пацан? Не, все нормально. Ты его развалил? Два лучше на крышу сядем, будем тогда наблюдать. Балашников, а у тебя есть лишние патроны? Просто давай на дальнюю крышу сядем, потому что здесь не знаю, что едят. Там еще справа вот. Крыша, видишь там завод? Завод тут. Завод, давай вот тут. Ровно строй машины, вы тупые. Слева от нас Граундсмит есть. Вот, он к нам летит. А, это машина. Кто и кто, постой, где ты? Вот, вижу, да. Все, короче, Андрей, ты разговаривай. Граундсмит, все, ладно, понял. Который такой бледный. Сяду. Ух, нихрена там ЭКНовцы, пацаны, вы че? В смысле? А что у меня с ХП? Меня ни разу не попали, а ХП почти ноль. ПРП мне все. Я тебя лучше отличу. Я ПРП. Бля, я сейчас Яна уебу просто нахуй. Ты тупой, посмотри, как они стали, что это такое, дебил? А вас видно, если чё? Бывает. Бывает. А, я по иконкам буду это определять? Так маску оденьте. Калашников, а у тебя есть починка? Паш, чё, как дела у тебя? Ну убери ты машину, дурной. Братик, тут Граундсмит прилетел, тебя не смущает? Чё Паша, бля, говорит? Где он прилетел? На крашеном спире захожу. Он возле меня летает, я на вертолете стою на крыше, просто стою. Он подлетает и прям в меня смотрит. Напиши ему салам, пидор. Ты посмотри на него. Я посмотрел и улетел. Так не так открыто надо было как-то со стороны стоять. Я с дальней крыши смотрел. Короче, я поеду, прослежу за ними, посмотрю, где там, что там ФБР. Ой. Ты уверен, что ты на этой тут машине полиция. Поедешь? Тут полиция. А, стоит. Я тоже. Ты на Кимова сейчас захожу на серую полосу. Не едьте за мной, не едьте, Ян. Давайте попросим бинта покинуть. А где он, я его не вижу. Да он на вертолете. Так, алло, да. Вы что, дебилы, это лидер и девятка. Сейчас я в них влечу. И что они собираются делать? Смотрят на нас. Ну, они садятся это... надо мной. Если это хуйня, то сразу это... Тихо, не влетай в них так! Сразу теракт делаем. Здорово всем. Здорово. Это кто? Админ Стим? Все, теперь можешь, делай что хочешь. Они меня тоже таранят. Ну все, можешь, я видел. Подвезите к нам, мы их собьем нахуй. Они что, на машине получается? Пропсите. Слушайте, а вот если вот всех в тюрьму посадят, то до сколько? Надолго. Не знаю. Лидер наш, у меня РПшка остановлена. Я тут. Паша легнул. Иго краш, лидера нет, иго краш. О, мне сказали одумайтесь и одумайтесь, глупые мне пишут. Так, и все. Пусть отдыхают, скажи. О, вот это вот, кстати, заявочка. Алло, а чё они на хотя бы думают, я глупый? Я не глупый. Я умный, нормальный. В морозилке. Затем. Ну, короче. Кто по мне стрелять? Приготовлю. Я вообще понять не могу. Кто доверен? Третий раз броника нет. Силвадоры, может, я с тобой? Он полетел, короче, написал, думаешь, что матери писать будешь, если чё. Если чё, садись с тобой. Они улетели. Я знаю, что они улетели, они нам сказали, он типа, одумайтесь. Я увольняю его. Нифига их там. Кого ты увольняешь? Вот этого дебила FPS up. Как его... Я вам советую как-то разделиться. Разделитесь, скажите, чтобы разделились и разные точки SF, чтобы потом, если чё, этот, они подумали, что мы разъехались. Да, я тоже так хотел. Конечно, мы стоим колонной на дороге, никого не пропускали. Нас вообще ничего не смущает, я вижу. Да, и типа это очень палевно, разъедьтесь. Зачем вы его выгнали, алло? Зачем вы его выгнали? Вы что, дурачки, это ваш челик был, чего вы выгнали? Потому что да, он ему сказал, чтобы он успокоился, он тут носится стоит. Что он сделал? Так он же сказал, давай я типа к тебе сяду. Я говорю, садись. Он у меня просто стоит и так вот так вот бегает. Паша, куда пропал? Паша крашнул, походу что, он там не может. Прикиньте, у него свет вырубился.
Уход от РПЗ. А ты и нету мы посрали там, понятно все. Кто-то на Маврике летает, мне интересно. Паша говорит, что у него... Чё, дурачки? На Маврике я. Угу, все. Тут много людей с Мавриками? Что на крыше? А, после РПшка остановлена, пока что не можем его слить. Нет. У меня. Киньте, да, Чироль, Цецу в РМ. Ну что, захватим здание ФБР, ребят. Здание ФБР захватим, себе его отожмем. Будет. Ты там еще летаешь или нет? Будет наше здание, будем там жить. Кто там летал на Дудо? Это Клим был или кто? Я летал. А Ник свой? Мне тикнуло. 673. Я вот приехал. Прилетел. На том же здании сидишь до сих пор? Не, я 24/7. Блин, а вот ты вроде тебя увидел. То просто самолет. А вон, а твой вертолет вижу, да. Я пошел, в общем, к ФБРу обратно идти. О, пацаны, короче, я смог запустить ноут снова. Заебись. Что случилось у тебя? У тебя свет пропал? Меня вынесло из игры, и я не мог зайти в сам. Я перезапустил ноут, и надеюсь, сейчас я смогу зайти в игру. Я скинул видео в... Я в конфу админов и лидеров скинул даже видео, почему как не запускать сам. Не, я знал, что эти балласы тупые, но не настолько, панцири стоят перед я 24/7. Я скинул кое-что, и я сейчас скину... Типа, это норм? Смотрите, чувствую этот. Пацан, наверти, давай, взлетай. Это нормально? Что случилось? А они как теперь летают над нами и говорят, одумайтесь, иначе по попке получите. На кого раз так урать, ты что, угомонитесь? Сейчас, стойте. Сейчас его угомоним. Он дебил, но я его знаю, этого дауна. Пятый ранг ФБР. Я забыл, как там писать-то? В РЧАТ, да? Там запустился. Это ФБ. ФБ. Давай. Если ты про рацию. Всё. Ты смотри, если я сяду, Паш, слушай. Если на самолете сяду на здание, то получается, НРПшно будет? Ну, типа, на самолете, да, на вертолете нет. Кто вот на вертолете, закиньте на здание по два человека на крышу, и пусть мы сбивать будем этот вертолет с самой крыши. А? Не, просто обстреливайте тех, кто будет этот. А? Вертолет не надо сбивать, Паша не надо сбивать, не трогать. Блядь, поводи. Там Паши поводи. Нет, алло, привет. Паша, да, нет, у нас пока Паша. Ну приезжай туда, обратно в ФБР. Я сейчас приеду на своей машине своим ходом. Запроси админа, чтобы телепортировали для продолжения РП ситуации. Типа у меня выглядело. Вот эти дофига руки РПшки стало. Кто мне колесо подстелил? Я. Они мои багажники не вычистили. Ты уходит, что ты пришел? Пидор. Ты, Паш, напиши админам репорт, чтобы тебя телепортировали к зданию ФБР, типа для продолжения РПшки. На крыше человек... Ты спрашивает, вот 24/7, пошел купил, чё вы такие тупые? На крыше человек 10, пацаны. Где? У ФБР. Еще 10. Тут Даня Маквай, тут Данила Маквай. Так ищут, что аж страшно. Так ждут. Как только вертолет поднимется, меня опять вынесло. По подозрению в читерстве. Мы тебя не будем сбивать. Опять вынесло? Дважды по подозрению в читерстве. Андрей, а можно я вот этого человека убью? Поэтому. Карте именно что опять нашего кинуло додика. Без обид, Паш. Пиздец, у нас сейчас такой замес будет, вы охуеете все. Мало людей нас, чтобы был замес. Нормально. У нас давайте много. Тогда отстеков, грубу, вагасов, блядь. Уже поздно собирать, у нас уже, смотри, сколько машин. Ну так пока вот это... Сейчас я тебе, Паш, скажу, сколько у нас по составу сейчас набралось. Один. Собирайте. Собирайте еще, время у вас есть. Дальше, да, уяй. У нас 8, потом 2, 10, еще 2, 12. 24 человека, считая меня и самолетчик. И плюс еще 18 человек у нас где-то. 24, ты еще что посчитал? Ребят, собирайте еще, потому что их будет очень много, будет еще с армии. Я захожу снова, меня кикает, когда они мне вертолет кидают. Каждый вертолет не кидали, своим ходом сюда вертолет. Так, а каждый их подсчитываю. Раз, два. А, так давай я тебя отвезу, садись ко мне в вертолет. Ну, короче, я палю, когда я начинаю этот. Я в этот. 16, 17. Ой, меня спалили.
Киньте в РМ челика нашего, вот снизу. Их 17 человек, пацаны, сразу говорю. А? Может, сколько? 20. 17, 20, может, даже. Да мы их раскидаем, боже, они не умеют прикрывать. Я сейчас пойду полечу, посчитаю, я его считаю, хорошо. Все, я улетаю. Блядь, ты беспалевно стоишь. А на крыше сел и улетел, почитал их и улетел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Паш, мы тебя спасем, вот хоть убей. Если сейчас не вытащим, то мы, блядь, потом тебя вытащим. Без хуйни. Мы, блядь, столько терактов устроим, чтобы тебя освободить, что они охоют. Просто одновременно в 50 местах. Просто это речь настоящего лидера. Это... Паш, не взяли, чуть не убили там. Мне прилетело в рыло. Нормально, через столб проходишь. Не? Да. Короче, цыца, тут большая разборка сейчас. Подъезжай к этому. Как он называется? КСФ? КСФПД? А чё бы ко мне работает? Не работает? Блин, за ко мне работает. А у тебя, походу, компьютер дорогой, да. Дорогой? Нет. Все, минус равно, компьютер, блин. Что ли? А? Лё? Да, ну это ноут старый, ты ж. Я сейчас качурюсь, мне плохо, быстрее давай. Давай, там конвой есть. А, да. Они все на крыше. Не, реально, все на крыше, это не вертолетом. Логично переводить вертолетом, когда в машине сидит. Надо всего человек. Я сажусь в вертолет. Это к вам едет полицейский вроде бы. Я сажусь в вертолет. Все, окей, все, все. Ты посмотришь молчать. Готовьте всех. Готовьте всех, короче, работаем. Я постараюсь отследить. Они начинают посадку. Взлёт. Это мусор. У тебя так-то рот не закрыт, ты просто начинай кричать. Братишки! Господи, чего мы тут ждем? Они его перевезли. Сагатор, открой дверь. Ты понял меня, Паш? Погоди. Я не могу сесть в вертолёт. Так этот босс правильно говорит, Бас. Пусть оттуда из М4 будут стрелять. Давайте. Все бранты на тебя кикнет подозрение, чистишься. Сядьте кто-то еще один вертолет, я вас отвезу на крышу. Сейчас. Давай меня. О, Фома Макларен, это, кстати, моя, я ее придумал. Ну ладно. Вообще пофиг на Макларен. Я ожидаю. Вы, если кстати, что, готов. Пиздец, в текстуре, блядь. Паша, где не может. Вот, все, они крутят вертушку, пацаны. А нет, не крутят. В текстуре, слышишь? Так, Фрэнсис, вот. Амадео. Маску. Что? Мандел, быстрей! Надеваю. Так, о, снайпер пропал. Вот здесь сидит. Я в вертолете. Я пропал снайпера. Он взлетать собирается. Ребят, он один собирается. Один сюда же, выходите. Садись. Пукает, дает шипту. Он взлетел. Он взлетел, все, мы за вами. Мы за вами. Он уже улетел. Ты как здесь появился? Мы это маг, блядь, я в текстуре был. Все, вижу вас. Два быстрее возвращайся за нами. Давай опаздывайте, он уже прилетел, он уже почти прилетел. Мы все, летим, я за вами, Паш. Все, за вами лечу. Кто колонной командует, Фрэнсис, вернись к колонне, блядь. Вы уже летите? Где они? Они уже садятся на эту. Нет, над мостом Золотые Ворота, они летят в сторону ЛВС куда-то, в сторону ЛВ куда-то. ЛВ? Блядь, они тебя повезли в другой участок, слышишь, блядь? Тебя в другой участок. Что случилось, что происходит? В участок его другой везут. Колонну, команду возьми колонну. Не кричите, пожалуйста, скажите, где они сейчас, Команду над колонной возьми, Фрэнсис, блядь. А, Над колонной, Фрэнсис, просто команду над колонной взять, это означает, возьми их и веди за собой. Окей, давайте. Слышишь, Савелий, в какую сторону тебя зовут? Надо одну группу в ЛС отправьте, одну в ЛВ. Надо, чтобы кто-то на самолете его прочекал, чтобы все было ПРП. Так они могут поэтому перевести его в ЛВ, типа сделать обманку и в ЛС улететь. Это там им бы то легче будет это сделать, чем нам. Ну им это пару секунд, у них как бы тоже. Вот именно, сделайте пару машин. Кто-нибудь следит за вертолетом? Я их потерял. За каким вертолетом я лечу в ЛВПД?
выпрыгни. Половину машин КЛВПД, половину КЛСПД и немножко КРКПД. Все. У нас тупо закрыты ПДшки будут им. Они никак его не поставят. Тихо, тихо, тихо. Кроме если они не додумаются до СФ, до СВАТ. Такое... Нет, они меня садят в ЛВПД. Да, уже садят? Ну они уже посадятся на крышу ЛВПД, потому что мы уже едем, едем. Да мы уже провалили, все, это как бы фейл. Я просто возьму. Едем. Паша, ГОРК. Да это АПГ. Типа ты сбежал. Завели. Я как-нибудь прибивали, если что? Я влетаю. Нет, я без наручников сел в этот самолет. А, за мной да, лежит Накамура со щитом. За мной со щитом. Я к банку ЛВ подбежал. Ребят, быстрее. Едем. Мы не тут приземлились. Меня тазернули, да, и тащат за собой. Блядь. Все, контрабандится. Я просто влетаю, типа, в толпу. Он меня ведет в банк. В банк меня ведут, ребят. Банк? Один меня ведет в банк. Вас задерживают те два, а другой в банк ведет. Все, едем быстрее в банк. Мы да! У Граунда Смита бронь. Напишите в чат этот, русской мафии, типа, этот, банк. Если что, я встаю на входе ЛВПД, они не выйдут. Надеюсь. Боря, маску одень, ты куда ушел? Андрей, иди сюда, помоги. Они меня дальше банка повели. Они меня в заднюю сторону банка. Да мы следим за тобой, тихо, мы с тобой бежим. Альфонс Макавелий, это этот тоже в ФБР уехал только что. Докладывайте, типа, все. Пишите вы в чат, желательно. А, еще желательно, видите, Амир Алкалхум, ливнуть его с фрагмента вообще. Да, все дома. Давайте просто их сольем и все, ребят, что тут пить? Так иди, мой, тихо. Постойте. Где вы, блядь? Савелий, вы пешком бежите? Я просто за вами бегу. Да, конечно. Мы летим. Где вы? Они меня к какому-то зданию подвели. Савелий, мы на Хантле подъезжаем, ты где? Алло, авиашкола. У колеса кто-нибудь есть? У колеса что-нибудь есть? Где примерно? Паша, мы вылетаем уже. У колеса? Амуниция. А, у колеса этого, да, я тоже. Да. Паша, где ты, мы на самолете. Вот на самолете. Я на самолете вижу. Клим, взорви-ка. Взорви меня, Клим. Не надо. Паша, мы у Больки ЛВ уже. Давай. Боря. Они меня в сторону ЖДЛВ вот так вот пешком. Я что ж делаю, не понимаю. Да вот прямо же, ты что, их не видишь? Отстрелится Браунсвит, он броник переодел. Я вон сзади вас. Так мы едем, у нас тут нету, я выдумаю это МГ. Да какой МГ? Вы видели, куда я побежал? Мы около Больки ЛВ, это где? Мы следили, нам инфу дали, что мы смотрите. А что там один брейн? А, надо сейчас прописывать, ну ладно. Савелий, давайте мы если они посадят. Если вы будете ехать на ЖДЛВ, вы меня увидите по клесту вместе с копами. РМ и копы. Все, я вижу тебя по клесту, слышишь? Все, влетаем, короче, расстреливаем. Они просто убегают. Они убегают только от нас, они стыкуют нас. Как они попытаются? Поджимаем их просто и все. Все, я гоню там все. Давай, я Дмитрий, вылази, Дмитрий. А, вот, все, вижу ментов. Давай, работай. Чё, сука, мусор, галимый, сюда, блядь. Давай, Владислав, давай, братишка. Я уже чую. Отрабатываем, я залетаю. Зажимайте. Бля, ты хули ты по мне палишь, Алёша? Свой. Вот, вы проехали, не едьте, вот я заехал, заехал. Тут танцер, рвать. Алло, к ним девятка подъехала, только что девятка к ним подъехала, на машине, девятка. Танцер, рвать, по султану. Накамура это ФБРвец, бить по султане это ФБР. Да ты куда убегаешь-то? А, он тянет тебя. Ну убейте вы уже его, он меня тянет полчаса, ну ёбните вы. Кто кого тянет? Ты где вообще? Да боже, вот я, давайте убивайте. Перекрывайте дорогу, давайте, работайте. Где вы находитесь, из-за мяса я еду. Не по мне. Зачем вы меня убили? Полчаса туда-сюда бегаю, угомонились. Нахрен вы Пашу убили, додики? Мета теперь сливайте. А Пашу убили? Где вы находитесь? И Пашу убили.
Я БРП иду. Мент офнулся, бля, пацаны. Вы же офнулся, дебил. Он то сейчас в больнице окажется, мусор этот, поехали. Валим всем, валим. Быстрее, они вместе со мной в больнице. Кто на султане или читай, кто на машине в общем. С водительского места, можно, с водительского места, с калаша, можно стрелять? Там, да, сзади, посмотри, да, мусоров сколько, мусоров смотри сколько. О, ребята, что, они вместе со мной в больнице. Полиция! Ян, либо Алексей Калашников, сделайте филкард быстрее. Всех полиции, Больницы, быстрее. Куда я еду? Ты видишь нашу машину? Это не будет. Все, мы возле больницы ЛВ, Паша, лечись, блядь, лечись. Паша, могу в больнице ЛВ. Лечусь, паски, не ранится. Быстрее, блядь. Давайте юзмед дам, подожди, я тебе эту аптечку дам. Заходи внутрь, давай, давай, давай. Дядя, это уже номер Б. Больница, Андрюха. Давай, давай, не гони, да. Тут балласы проехали только что. Давайте, давайте, давайте. Блядь, ты не в этой стало, походу. Ко мне Алексей и Владислав приехали. А, тут тогда это, да. Да, они тоже как бы общаются, нам дают. Внимание, суберовцев и катаются. Савелий, вот ты, Савелий, идем за мной быстренько. Паша в хантле, прыгай, все. Дайте мне лечиться чем-нибудь. Подойди ко мне, подойди ко мне. Чем лечиться? Я зашел, у тебя был фул хп. Ты, блин, Паша, да, дал тебе хп, аптечку. Паша в хантле, прыгай. Бернард, идем билет заберем, потому что мы слишком долго на этом будем кататься. Андрей, ты мудак, как ты крюком поехал? Бернард, садишься. Мы Пашу-то пытаемся свалить, ты крюком катаешься. Да, ты сегодня... Паша, быстрее выходи, выходи, выходи. Уехали. Уезжаем, уезжаем, забрали, пока. Поехали. Возите кого-нибудь домой, Куда ехать? Знаете, куда ехать? Погнали. Там мусор, мусор. Пацаны, даю всем совет. Всем сейчас выйти на весь совет из игры, вообще просто. Просто выйти из игры всем. Да, да, вам сейчас будут раздавать. Не, будут. Мы сейчас за номер пошли, когда меня убили. Ой, а ты знаешь, кто справа? А, нет, ну сразу. Ребята, вы гоните, красавцы, это такая операция годная. Операция Барбадос. Андрей, что, Паш, на какой сервер потом пойдем? Не знаю, но я не знаю. Если нас забанят, я тоже играть не буду. А резоны говно, вы чё? Вам-то ничего не будет, меня якобы будут сейчас прессовать. Мне плевать, я просто сейчас буду их завидеть. Ничего, в Дискорде строчат. Не залипай, всё нормально будет. Они мне в Дискорде строчат. Да, мне лидер фигур в Дискорде строчат. Чё строчат? Скажи ему отдыхай. Блять, ты бог, был связан, выпрыгнул. Классно, какой же ты двуличный. Как они узнали, что ты там? Ответь. Слышь, напиши ему, что тебе пора с собакой гулять, и ты уходишь. Скажи, ты напиши ему, типа, а телепортировать к вертолету это нормально? И так именно затяни, как он сказал, так что нормально. А, доставать из ниоткуда группы, это тоже нормально. А нормально. Не показывать отыгровки камер и вот этих вот передач оружия на общак, это тоже нормально? Ёлы-палы, типа... снять этого чертилу. На выло. Теракт мутим сразу же. Не, не сразу. И как мы это делаем? Не, не хочу вард. Давайте я с фейка зайду, чтобы вы меня инвайтнули, и я там вард получу. Он даже не понимает, что... Ой, меня кикнуло, сейчас призайду. Он даже не понимает, что я сообщил вам, где я, когда позвонил своему... Блин, мам, призай просто... Плюс вам следили, да-да-да, и плюс следили за ним. И плюс за ним следили. Давай просто вертолет на дудошке летал, и все. Чего он такой тугой? Я полдня за ним летаю сегодня. И вчера. Андрей, ты тут вообще? Андрей. На Абасаз на Бульт ехать, а не на Верти Том Галимом. Булит вот получше будет. Да, я тут, Нужно на остров ехать. Ну ты катаешься крюками. На остров, да. Казани хочу в больнице в ЛВ. Да, на остров. Ты забрали Пашу. Пашу скипнула даун. Смысл туда едешь? Ой, что происходит? Поехали на остров, контрабандит. Подожди, дай выйду, дай выйду. Поплыли. Я тебе говорю, Паша, кикнуло, даун. Да поплыли, ты... нас будут призывать. Да, на остров. Мы должны покинуть. На остров контрабандистов. Поблеешь меня, пусть.
посреди моря. Там 60 есть. Если на остров, то нам нужен вертолет, правильно? Или лодка. У меня там напротив это стоит. На верте, давай. Бернард, но мы на вертолете. Да, да, да. Прости, что тебе админ лодку выйду. Андрей, ты же лидер. И что, нет? И что? Ну, РК. Ему дадут это, как может. Это не гос, бесплата нет. Просто в ЧС его кидаю, Дауна. Пишу совсем мой хуй в ЧС кидаю. Не-не-не, не пишу его. Не надо, не надо, не надо, не надо. Пошел, он меня Алёша, он меня Алёша назвал, пошел на. Ого, Алёша, Паша, ё-моё. Алёшку любишь больше, чем меня. Пашу назвали Алёшей, как так? Пора бы уже имя-то запомнить, необразованный. Соловей. Нет, какой-то лидер, да, он память плохая. Ой, сейчас между админами госов и ОПГ начнутся такие заметы. Едь на этот остров. Да, я только захожу. Так а что сейчас делать, а? Куда ты плывешь, Клим? А где остров-то? Откуда я знаю? Прямо. А я куда плыву? Прямо. А что за остров? О, Ванёк, Роман, вы такие пищащиеся. Так, мы а остров где? Над аэропортом или где-то, да? Над аэропортом. Сзади. Mm-hmm. Паша знает вроде, где остров. А вот. Простава, что Паша знает, а мы с Бернардом летим. Кайл Белфред добавил вас в свой контакт? Не отвечай ему. Нет, это нормально, это свой, это балас. А, точно. О, вот он, а вот... тупо лесной. Ой, под... я вас вижу, полетели, да. Да, я вас вижу, назад. Берите нас. Там вот кто-нибудь стоит, заберите меня. А как вы сваты, блядь? Я в особняке. Едьте сюда, сейчас мы поедем просто этим коммунным джихад устраивать. РМ тебя ждет. Я сейчас, я тоже здесь, я сейчас на идентификатор вожу, едем просто джихад устраивать. А, так вы в воде? А как вас забрать? Давайте. Паша, куда мы едем? Паша, куда мы сейчас едем? Он спрашивает. Кто? Белфорд. Нахуя джихад? Надо нормально. Встречаемся у амуниции Форт Карсон, у его амунишки. Чудесно. Так, это ж... возле фото. Ты хочешь знать, зачем джихад? Джихад нужен для того, чтобы уничтожить, чтобы порвать. Да, блядь. Только главное, чтобы это массовый ДМ не был. Нажмите Г и жмякайте пробел. И что, зачем? Нет, Г нажмите и жмякайте пробел. Я взлетать буду и вытопнуть. Давай. Пацаны, пацаны, заберите меня. Что-то у вас не выходит это делать. Мы стараемся. Прям топи его, Саня, прям топи, не думай, прям топи его. Короче, пацаны, надо ехать через банк, я сниму кучу бабла, и мы едем за оружием. Прыгай, Паша. Андрей, кто-нибудь этот, они отыгрывали РП, что тебя связывали? Давайте, еще чуть-чуть. Не знаю, не помню. Прям топи его, я даже не видел. Да я утону уже. Ну, меня в него, телепортировали. А, я его телепортировали, значит, с этой... Так, ребята, вы готовы? Топи, прям воду, топи, прям воду. А что у нас так мало? Я боюсь, итальянцы. Да нахуй, итальянцы плавают. На берег плывите, блядь. Вон итальянец один стоит, сидит на мобиле. Давай, 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 еще раз. Выходи. Гамора, гамора, следи. Так, еще раз. Какой к острову вообще? Да я не могу, я загнал. В общем, я перезахожу, пацан, давайте. А кому нужен здесь трейлер, чтобы, конечно, голимое место? Поехали в Форт Карсон, мне нужно в банк сначала. Поехали через банк, похуй. Маша, ты реально просто снимут, если я тебе говорю. Сейчас что просто мы. Ну еще что мне делать? Да не надо. Ну расскажите, что там у нас будет. Снимут нас 30 дней банда, тут и все ему. Потом все салют обратно. Да пусть снимают. А, не по ходу к острову поплыли, поехали за ними. Пускай они сняли. Где итальянцы? Мы выехали. Я вообще, я около Больки сейчас. Ребята, вам... Едьте все вам о Форт Карсон. Я не могу ехать, я машину потерял. Сейчас. Андрей, собирайся. У меня банок хватает. Пускай, это дебильный сервер. Ой, ё-моё, он не прогрузился. Они делают, что хотят. Что у нас это как Кизару. Что тебе не делают, здесь балласт. Здесь стоят балласы. Подъезжайте к АМФК.
Я еду. Я машину. 8 баллов, пацаны, 8 баллов. Запозатариваемся, реально. Боря, Боря, мы Форт Карсон летим? Тогда полетели, хуйня. Андрей, ты перезаходи, я покурю пока. Заходим, берем ган и убиваем. Денег нету на ган. Мне вообще надо даже нам оплатить за ган. Он подешевки сделает. Подоска, подоска. Паша, купи мне оружие. На лицензию нет. Даун, ты на лицензии мало. Ты видишь русский лайк, у тебя нет лицензии на оружие. Даун, у меня ее украли менты, забрали. Я не читал, ходи на Окей, выхожу. Кто, по у тебя случайно вчера не этот забрал, не Артём? Видишь меня, Цеса? Нет, он меня пару дней назад забрал. По метке. Едь. Какой метки? О чем вообще идет речь? Нормально. Тысяч... так. 1000 патронов эмочки хватит? Хватит. Ты переборщила, думаю. Нет, отстреляю сейчас за 10 минут. Меня на второй обоймер вынесут. Ты реально 5к все нам сделал? Да, да, вот Дима по 5к. И, ух, люблю этого челика, люблю просто, обожаю. 1500 что? Патронов АК-47. Это ПК че это? Ну, из наших? Да, это лидер, считаю, Баффи. Баффи? Лидера Баффи? Лидера Баффи. Подъезжай к ЛВ сейчас тоже. Вот, вот, я тебя вижу, ты должен тоже меня видеть. Дай мне маску. Без маски. Внимательно. Она стреляет, по буллету стреляет сзади. Откуда? Я не знаю, по буллету стреляли. Я видел, видишь там меня? Клист. Вот здесь был клист, вот здесь может сейчас за пригорком уже копы. Готовьтесь принимать. Извините, но я все свои 400к потратил еще ранее. Цеца, ты меня видишь? 1-0, 1-0, 1-1-0. Нормально. Боря, нужно буллет взять, на вертолете не будет удобно. Вот, вот, я вот совсем уже в упор почти подошел. Я тут тебя посмотрю. Эко. Окей. Все, ты меня должен видеть уже 100%. Подъезжай быстрее. А Кайл Белфорд это админ? О, 5000 заебись. Кайл Белфорд? Нет, это 9. Это Вотник. Да вот, цец! Да, мы хотим. Почему Хантли стоят? Почему мы не едем? Почему один Хантли пустой? Ты уже совсем этот по клисту не можешь посмотреть. Вот я. Алло! Назад посмотри. Или ты кто это? Давай мне руль. Андрей, ты собрал? Андрей, ты собрал наших? Давай, залетай. Все, мы едем. Я сбил чувака, он по дороге шел. Все, поехали. Пофиг, маска пока не нужна. Саня, поедь на том Хантли, какая разница. Я с русскими залезу. Там 4 литра топлива у Сани, нахуй. Мы едем в Форт Карсон. Мы уже там, мы уже сваливаем. Че, куда сейчас едем-то? Не знаю, надо джихад устроить, ваше предложение. Наш, подождем, давай. Залетаем просто раз. На Лицубер ворвемся. Короче, в мобилу. Армейку. Какую армию берем? СС. Нет, там ФБР рядом, ЛС надо брать. Да, ЛС. Стой, Клим, давай выдам тебе маску. ЛС армию берем, крас баллос и пулек за фулем. О, значит, у меня вылетело. И мы за фулем все, если есть этот. Подождите нас, завтра школу тебе, Ян. Уроки, да. Ребята, есть предложение лучше. Завалиться все-таки на армию СФ и перевалиться. Нет, ФБР близко. ФБР близко. Лучше на эту, на ТСР. Парни, я пошел, давайте. Пацаны, завалиться в ФБР. Вы где, пацаны? Можно в ТСР завалиться. Где ваши люди? Так, Андрей собирает всех уже. Все, гоним, короче, в этот, в ЛСА, блин. Да, армию ЛС берем. Мы едем все в ЛС, да? Все, окей, мы едем тоже. Да, армию ЛС. Ты не хочешь в МЮ? Да, армия едем. ЛС захвачена. Пацаны, если маски кто-то... только купите маски. Не забудьте. Да, поехали быстренько, закупимся, Паш. А маски, чем нам блядь? Армия ЛС уже не уходила? Армию ЛС берем. Удосить будем. Потому что, блядь, армия СФ и БР рядом. Там у них да, это будет грандиозное побоище. Иди сюда, не машине, пацаны, хотя бы один человек в машине должен сидеть. Чё, Паш, готов в бан? Один человек может быть в машине, пацаны. Да, я готов забаниться на 30 дней сейчас уже, поехали, у меня уже всё. Поехали. А на 31? Я тоже готов. Хоть на 131, да, вперёд, да. Кстати, у меня нет денег даже закупиться, поехали. Не забудь сделать скрин тотала на всякий случай. Вдруг не забанят. И скрин статистики, потому что
чтобы потом обнуление не появилось случайно. Да, скрин статистики, короче. И машины мне отдай. Ну, точнее, мне. У меня как раз слот свободный, значит, нужно мне отдавать. Едем, балосы уже там, балосы уже почти там, едем быстрее. Паша, да, что ты делаешь, Паша? На военку ИЛС, Паша, что ты делаешь? Зачем? Военку ИЛС берем. Да не надо, ты шо? А вы что на себя делаете? Надо. Муху возьмем, блин, пошли на. Чё такое яйца масло всегда за какой-то движ? Вы всегда сидите на респекте, долбали. Андрей просто сыкун, он боится лидерки сняться. Владислав, Андрей, погнали. Это не впервые, давай работаем. Андрей, не боись, с другой дивер пойдем. Да с народ собираю, вся, народ собираю, едем. Весь состав потом соберем вообще этот. Заряжаем в армию ЛС, делаем свою дико, там уже баллов, там сейчас приедет. И скриншот нужно снять, это самое главное. И добудьте масочки. Что, что еще? А что вы делаете? Мы армию. Это Юта. Дудосим армию ЛСА. Мы снимаем. Мы снимаем. Башку хотели посадить. Мы мстители. Мы РПшку на респе делаем, РПшку. Короче, я в следующий снимаю. Снимаюсь только красиво, блядь. Так и куда поехали, алло? Вы куда вы побольше? ЛС, ЛС. А нет, вы. Можно просто едьте к армии ЛС и разносим все, что там есть, все живое. Да, подождите, товарищи. Быстрее, кто вы там? Можно плюс эх, можно. Не нарушайте правила, все по РП, залетаем. Плюс тешить можно, только тебя снимут. Забанят уже. Да, можешь. Если тебя это интересует, тогда можешь. Да подождите, вы флодите сильно, не офтоп, вы флодите сюда много сильно. Короче, залетаем по РП, все докладываем. Узнайте РП путем. Сейчас я разнесу РП путем. Сейчас минус. Сейчас вы ПГ военку получите, чтобы все да сразу. Это не ПГ, ебанул, что ты. Это не ПГ, это больше. Это военки будут ПГ получать. Тупо Осбер залетает и варнит весь состав. Что-то вас на военке не вижу. Так мы едем. Так смотри, что мы едем. Тут три челика. Боже, у меня нет денег на топливо, быстрее. Сейчас, подожди, я... Ну да, сейчас. А мне топливо дорогое. Может, у вас бюджет и сеть деньги даун. Стеков это очень много. Может, от стеков заберем с собой, их на респе много? Нафиг надо от стеков, они РПшные. Какой-то Бернард, там какой-то клиент. Мы забыли сделать клин онлайна. Окей. Он на 18.00. Да делай сейчас. Не надо, все, не надо, бесполезно. Скажите, что меня освобождали. Я не буду типа, делать. Ну типа, я-то залью, типа. Не, можете залить, что нет? Да вы где сейчас? Я на военке. А вы где? Хоть один человек. Человек. Где вы подъезжаете? Вас даже в ЛС что-то не будет. Ну мы с Романом подъезжаем, на ВЛС уже где-то. Все, все, мы едем, мы еще в ВЛС. Я здесь вижу только Скизи Арнул, Франческо Баллас какой-то. И все, больше не понимаю. В общем, ребят, вы. Ноль. Все хорошо. Это когда админ зайдет, ты ему скажешь, так ты, сынок, ты, и включишь. Я так и сделаю, ладно. Погнали, Романов, Романов, погнали, гони, гони силу, топливо, давай. Она такая маленькая скорость, а это почему не учились Романов, а не Романов, типа как надо? Потому что Романов занят. А, красава. Тут Алексей Лаваев, Александр. Так вы же не на военке, дураки. Вы далеко от военки. Выпусти военки, выспаем, подъехать. Вот мы уже Романова, мы там, на военке. Все, едем. Паш, как ты водишь? Ты дойдешь. Да меня, да подожди, заебал. Нахуй задавил тебя. Вот, вижу, вертолет летает. Это я взорвался, я упал в воду. Вот баллас. Кто взорвался на вертолете? Подъезжайте к мостам, которые в воду уже переезжают туда на этот. К мостам подъезжайте, там два моста. Балласы уже везде здесь, давайте быстрее. Как водишь-то, блядь? Сейчас полностью военку обнуляем, просто. Ой, балласом поможет. Да Паша водить не умеет. Едем. Ну, правильно едем. Едем, Паша. Да, ты прав.
Зато уйдем красиво. Романов, душу. Да, поезжайте, там левый вход открыт. Прямо просто. Просто влетаем на квадрат. Ребята, только слив. А нахуй, минус генерал, блядь. Вы уже начали без нас? Пизда там нахуй. Ой-ой-ой. Минус чувак. Опа, адмирал. У меня грудка залагала, пацаны, что делать? Не заходи. Снимать штаны и бегать. Не сиди, вы примите. Куда? Эй. Если лучшим, короче, не снимут, то мы будем вспоминать тебя, Паш. Да никого не снимут, поехали, я буду рубить. Окей. Кстати, им запрещено в масках ходить на военке, так что... Нет, точно, там не было в масках. Вот пусть будет. Нам можно. Нам можно. Я был на военке. Ребят, нас очень много, короче, просто все. Ёптуть, сколько нас, ребята. А я зайти не могу. Сейчас еще мы приедем. Залетайте все сюда, короче, и просто держим военку от федералов, от всех. Просто самолетчики. Все гетто, военку зовите. Клим. Ты на самолете или нет? Кричи, типа, это. Все, 2К, это. Короче, нужно будет отбежать. Не спавь. И вот так такое вот лучше не делай. Я урицу, одевай маску. Все, минусуем пацанов. Раскидон. Делаем. Ребят, дон раскидон. Ребят, удалите в этот вип-чат. Военный КЛ захватывает. Так, ВР. Залетаем! Захвачено. Мы еще не заехали. Залетаем! Вы что, только сколько вас, ёбаный бак? Посмотрите, сколько нас! Они еще и... Захват! Произведен тактический захват! Все хулимся, пацаны. Где склад? Мы мафия, нам нельзя тут брать ингредиенты. Может, чуваки, вон... Я семья, мне плевать. Вон школьник, ребят, убиваем, руиним. Смотрите, такой уходит. Я монстр, я пытаюсь сами лидера. Шо ты, сука? Амадео, пропиши /uninvite939 устав. Он меня так кумарит, это просто. О, этот. Амир, Алхамир. Вертолет. Алло, это вертолет, который маты водит. Я не главный в семье. Уничтожайте все равно, все убивайте. Я же все, что видел. Аллах Акбар, ребят, давайте, Пашка, дай мне патронов. Где ты? Что, автомат? На дигл, желательно. Мне хватит только на дигл. Я вот у забора, мне нужны этот сад. Все, подбегаем. Если что, для особо развитых, на корабль можно перейти. Наркотики есть? Нет. Стоп, а досточка-то куда делась? Она ж тут была. Один байкер умер, пацаны, жалко пацана. Всё, работаем. Всё, просто вообще не даем им. Всё, спасибо, братишка. Оставь семечку, блядь. Если умирать, то умирать красиво, да? Пишите в вип-чат, как я вот это пишу. Видите, что я пишу? И вы пишите. Меня крашнуло, блин. Андрей, блин. Помни, ты был хорошим лидером. Смотри, смотрите, чтоб не заехали. И ты, Пашка, тоже. О, он на корабле, Помните, я вам сказал, на корабле есть вход? Вот он там. Только не спавн, нельзя, не надо этот эскашить, спаункил, не надо. Он плывет по воде. Сразу к одному. Они сейчас с двух сторон просто придут и все. Бернард, там где... Ну, ты такого наркотики, пацаны. Нет, пошли. Не, не юзаем. Мы не торчим, братик, не торчим. Аптечки. Мы за ЗОЖ тебе не рекомендуем. Мы за ЗОЖ, вам они. Мы за ЗОЖ, да. Вояка вышел, вояка. Вон, еще один. Идем похлопать. У меня красный стреляет. Приеду. Точнее, прилечу. Стреляем, черти. Так это ледак. Отрабатываем, чё? Мы не откажем, все нормально. Ледак Дмитро Катков? Классный ледак у них одна. Весельчак такой чисто. Не, у них тут еще там один. Мэтьес Кардос, я его вижу, да, я за ним бегу. Не Мэтью, а это. Паша, открой общак, я возьму патроны. Мэтьес Кардос. Там 300 патронов есть.
300 патронов есть. За Матиасиком! За Матиаса и двор убиваю в упор. Да. Матиас, тебе конец! Ха, я его завалил, ха-ха-ха-ха-ха. Работаем, пацаны! Вон да. Там, там еще уже один идет. Идет, что идет, идет. Так, боги флеш, братишку убили! Бля. Ой, интересный. Да возвращайтесь, боги. Тупые РКшцы. РКшим сюда. Заходите внутрь, не заходите. Когда ПД приедут? Не надо СКшить, пожалуйста. РКшим сюда.